Да, расскажи, пожалуйста, по поводу трансового состояния на варгане. То есть, сколько надо играть, чтобы войти в транс? Ну, у каждого вообще индивидуально. Самое главное — поймать такое состояние без мыслей и состояние потока. Вот для этого можно задействовать дыхание ртом на разные гласные. Ну, вот зависаем на разных гласных и короткое, но быстрое дыхание ртом. Поехали. Вот одно из таких, получается, одна из таких техник. На самом деле техник, конечно же, много. И каждый выбирает по настроению. Довольно-таки простая техника, однако прям как будто свежесть такая в голове появилась. Прям удивило. Даже чуть-чуть, мы сколько минут играли, и уже такое. А вот если 10 минут в таком состоянии играть, то что произойдет? Ну, по настроению. Надо смотреть, надо вообще чередовать желательно с задержкой дыхания, чтобы голова не сильно кружилась. Нужно чередование, и тогда будет состояние усиливаться. А если слишком сильно кружится голова, то это хорошо или плохо? Что это такое? Ну, это получается перенасыщение кислородом произошло. Вот, это элемент холотропного дыхания. Ну, для каждого это может быть и хорошо, и плохо. Надо смотреть по состоянию, то есть регулировать. В какие-то моменты это помогает поднять энергетику, например, забодриться. Вот в какие-то моменты, наоборот, нежелательно. Для этого нужно чередовать дыхание ртом с задержкой дыхания, то есть с техниками задержки дыхания. И тогда будет все более так интересно регулироваться. Вот. Благодарю тебя, Эльдар.